мы упоминали, что мы общаемся с другими христианами и другими религиозными людьми именно как свидетели, потому что у нас есть благая весть, вечное Евангелие, которое мы должны поделиться в контексте вестей трех ангелов. Я хотел бы вкратце показать вам несколько слайдов. Одна из организаций, которую мы посещаем как церковь с 1957 года, это конференция генеральных секретарей Всемирных христианских общин. Это высшие руководители других христианских деноминаций, генеральные секретари и все основные христианские церкви фактически представлены там. Я имею в виду те церкви, которые признаны настоящими христианскими церквями. На самом деле, интересно посмотреть на список христианских церквей. Если я вернусь к Всемирному христианскому сообществу, здесь вы можете увидеть, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня признана. Да, мы не ищем одобрения других людей, но быть признанной подлинной христианской церковью очень важно. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть признанным христианской церковью. Это не означает попыток угодить другим людям, но на карту поставлено наше доверие. На самом деле, в этом списке вы можете увидеть англиканцев, Баптистскую христианскую ассоциацию, и здесь Генеральная конференция адвентистов седьмого дня, признанную официальной церковью. Но что интересно, если вы посмотрите на эти организации, вы также обнаружите и другие общины, называющие себя христианскими, но не признанные таковыми официальными христианскими организациями. И если вы посмотрите сюда, у вас есть сообщества по всему миру, и они называются неортодоксальными христологиями. Это Церковь Христа, Саентология, Церковь Христа Иисуса Святых Последних Дней и так далее, даже Свидетели Иеговы. Но здесь вы можете видеть, что работа, которую некоторые адвентисты начали с 1957 года, заключалась в том, чтобы убедиться, что мы не являемся частью этого списка, но нас признают как подлинную христианскую церковь. Вы можете видеть здесь Bird Beach справа. Это была встреча уже в 1999 году. Опять же, общение с другими христианами не является компромиссом. Это также значит заявить, что мы являемся подлинной христианской церковью. Bird Beach фактически был избран секретарем этой организации. После него он представил Джона Грасса, который стал секретарем. Опять же, что означает организация одной встречи в год, на которой лидеры встречаются, чтобы развеять предрассудки. Джон Грасс также представил меня этой группе, и они избрали меня секретарем. Я организовал ежегодное собрание, на котором встречаюсь со всеми истинно признанными христианскими общинами. Итак, вы можете видеть здесь Bird Beach в то время. Итак, мы говорим о 130 годах защиты религиозной свободы и свидетельства истины. На этом я хотел бы закончить. Просто чтобы сказать, что Эллен Уайт очень ясно дала понять, в чем заключается мандат Церкви Адвентистов Седьмого Дня. В видео я упомянул, что мы восстановительное движение, и то, что мы делаем, является частью восстановления миссии. Она говорит, что знамя истины религиозной свободы, которое высоко держали основатели Евангельской Церкви и свидетели Бога на протяжении столетий, прошедших с тех пор, как и в этом последнем конфликте, было передано в наши руки. Теперь обратите внимание, знамя истины и религиозной свободы. Два. Не одно, а два. Наша страсть к религиозной свободе действительно укоренилась в этом мандате истины и религиозной свободы. И поэтому Эллен Уайт говорит, Бог благословил нас познанием Его Слова. Так что это интересно. Наконец, я хотел бы добавить сюда еще один слайд. Но могу просто упомянуть об этом. Эллен Уайт говорит, что из всех исповедующих христианство, я цитирую ее дословно,
адвентисты седьмого дня должны быть первыми в прославлении Иисуса Христа. Проповедь субботы необходима, и вся истина, связанная с ней. Но не следует упускать из виду великий центр притяжения, а великий центр притяжения – это Иисус Христос. Другими словами, мы должны быть чемпионами в прославлении Иисуса Христа. На следующей неделе я буду в Акрадане, где состоится заседание глобального христианского форума. На самом деле они попросили меня, адвентиста седьмого дня, толковать 17 главу Евангелия от Иоанна и объяснить эти тексты, конечно, в контексте христианского единства. Таким образом, адвентист седьмого дня представляет другим христианам превосходство Иисуса Христа. Видите, это чудо от Бога. На самом деле, когда мы общаемся, это не идти на компромисс, но это благословение для других христиан, которые также возвышают Иисуса Христа уникальным библейским способом. На самом деле, все, что мы опубликовали, был еще один слайд, который я не могу вам показать. Это книга, написанная несколькими христианскими организациями. Она называется «Свидетельствование о Христе в эпоху плюрализма». Интересно, когда вы смотрите на оглавление, у вас есть позиционные документы, христианская миссия среди других конфессий, позиционные документы. Первые два – это протестантские перспективы, затем римско-католические перспективы, и затем у вас есть православные перспективы, у вас есть пятидесятническая перспектива, и вот мы – взгляды адвентистов седьмого дня. Другими словами, это не компромисс. Это делиться с миром тем, как мы видим делиться Христом. Если то, что говорит Эллен Уайт, действительно верно, то мы должны быть первыми в превознесении Христа пред миром. Затем мы должны также участвовать в публикации, рассказывая людям, как мы относимся к Иисусу Христу от нашего имени. Адвентисты седьмого дня – это пришествие нашей надежды Иисуса Христа. Поэтому мы должны снова быть первыми в прославлении Иисуса Христа. И именно это мы и делаем. Итак, мы просим вас молиться за нас, потому что это также является частью служения, чтобы сделать Церковь Адвентистов Седьмого Дня больше заметной, авторитетом и более значимой. Очевидно, потому что это улучшит наш авторитет. Потому что если мы не заслуживаем доверия, если наша репутация плохая, тогда нас даже слушать не будут. И из-за этого наша миссия становится ограниченной. Поэтому мы благодарны Богу, что Он дал нам смелость возвысить Христа, того, которого мы ждем. Он придет, чтобы наконец сделать что? Чтобы решить единственную проблему, которая есть в мире, проблему зла. Евангелие направлено на искоренение зла, когда больше не будет ни боли, ни страданий, ни смерти, как говорится в Откровении 21 глава. Итак, мы на самом деле укрепляем в молитвах, потому что никого до этого недостаточно, но Святой Дух может придать нам смелости, вдохновить нас поделиться прекрасным вестью, которая доверена нашей заботе. Да, знаете, огромное вам спасибо. Спасибо за вашу поддержку в этом году, а также спасибо Одри за то, что она консультировала нас и была с нами на протяжении всего пути. Большое спасибо. И я не поблагодарил вас. Спасибо, Ганун Диаб, за ваш неослабевающий акцент на религиозной свободе. И я буду... Я не знаю, возможно... Вы это показали, но это цитата, которую вы поделились со мной из книги «Служители Евангелия». Позвольте мне напомнить вам. «Служители Евангелия», страница 389 и 390. «Знамя истины и религиозной свободы, поднятые основателями Евангельской Церкви, свидетелями Бога на протяжении столетий, прошедших с тех пор, в этом последнем конфликте было передано в наши руки». Итак, мои дорогие братья,
не принимать религиозную свободу как нечто само собой разумеющееся. Она в ваших руках и в силе Господа действовать через вас. Спасибо за вашу работу в этой области и за всех, кто поддерживает.